Привет, друзья! Перед вами распаковывается портативный проектор, или по-другому его можно назвать карманный. Почему карманный? Я думаю, это слово говорит само за себя, потому что он действительно помещается в карман. Упакован комплект в хорошую фирменную жесткую коробку. Сверху, с внутренней стороны, она проклеена поролоном для дополнительной защиты от механических повреждений. Я заказал полную комплектацию, а это значит, что устройство со всеми комплектующими будет располагаться в специальной сумке, что обеспечит ей комфортную переноску всего оборудования. В стенке самой сумки вшита подложка, которая тоже дает дополнительную защиту. Внутри располагается инструкция в картинках на английском языке по использованию оперативной системы Android и самим устройством. Далее провод HDMI длиной 1 метр. Мини-штатив с выдвигающимися ножками, максимальная длина которого составляет 20 см. Пульт управления, к сожалению, здесь обычный, он не является аэромышью. Работает он на двух мизинчиках батареек, которые в комплект, кстати, не входят. Блок питания для зарядки проектора от сети на 220 вольт. Он преобразует ток на 5 вольт 3 ампера. Провод для подзарядки именно от USB разъема. С одной стороны DC 3,5 мм, с другой USB. И наконец-то сам герой нашего видео. Он сделан в виде блина. Диаметр проектора 11,5 см. Толщина всего 1,5 см. Вес 256 грамм. Здесь установлена оперативная система Android 7.1.2. Wi-Fi двухдиапазонный 2.4 и 5 ГГц. Bluetooth 4.0. Процессор Mali 450 MP2. ROG чип 3328. Четырехъядерный процессор Cortex A53. А частота здесь составляет 1,5 ГГц. На выбор дается две версии с оперативной памятью 1 ГБ и встроенная на 16. Но лучше доплатить и взять на 2 ГБ оперативной памяти и 32 встроенной. Яркость светодиода 200 ансилюмен. Контрастность 2000 к 1. Разрешение небольшое, 854 на 480. Но есть поддержка 1080, 2К и 4К. Соотношение проекции 1.36 к 1, что говорит о том, если кто не знает, что если проектор будет проецировать на расстоянии 1.36 м до стены, то ширина проекции будет составлять 1 метр. Дно проектора рельефное прорезиненное. Рядом отверстие для вентиляции и для вывода звука с одноватного динамика. Динамик выдает громкий звук, но только высокие частоты. Басов от него вы не дождетесь. Так что по возможности лучше использовать нормальный Bluetooth динамик. С торца располагается объектив, рядом колесико для ручной регулировки фокуса. С обеих сторон от них располагается тоже вентиляционное отверстие. С тыльной стороны кнопка включения-выключения проектора. Разъем DC 3,5 мм для его питания. Рядом разъем 3,5 джек для наушников или проводных колонок. Вход HDMI. Два USB разъема 1.2.0, а синий 3.0. И разъем под флешку microSD. Верхняя часть же проектора оснащена тачпадом. Выше управление громкостью. Ниже справа кнопка действия назад. Кнопка домой и вызов в меню приложения. В кружке точно так же, как на ноутбуке, при помощи пальца управляем курсором. Двумя пальцами перелистываем страницы вверх и вниз. Внутри расположен аккумулятор на 4000 мАч. Как заявляет производитель, этого хватает на час 40 непрерывной работы. В моем случае он работает максимум час 20. То есть полностью фильм посмотреть от встроенного аккумулятора вряд ли удастся. Но все на самом деле не так и плохо. Увеличить его работу при отсутствии сети на 220 вольт получится при помощи пауэрбанка. Единственное условие, чтобы он выдавал 5 вольт 3 ампера. Шумит он, кстати, для своих размеров довольно заметно. Пульт имеет минимум кнопок, пользуется им удобно, кроме браузера. Сверху включение и выключение проектора. Справа кнопка быстрого включения и выключения звука. Ниже крестик — это перемещение по вкладкам, посередине кнопка ОК. Внизу справа действие назад.
рядом управления громкостью, вызов в меню в приложениях. И в самом низу кнопка «Домой». Она позволяет сразу вернуться на главный экран, в каком бы приложении вы ни находились. При зажатии же этой кнопки появляются свернутые приложения. Необходимое время, чтобы проектор прогрузился и перед нами появилось главное меню, составляет 20 секунд. Перед вами главное меню, или по-другому можно сказать рабочий стол. Вверху самые необходимые вкладки приложения по мнению производителя. Они не заменяются и будут здесь располагаться постоянно. В самом низу дается возможность самостоятельно выставить те приложения, которыми вы будете пользоваться чаще всего. Google Play точно такой же, как и на телефонах. Заходим, находим любое приложение и скачиваем. Настройки проектора здесь довольно простые. Первая вкладка – это настройки сети Wi-Fi. Следующая отвечает за установку Bluetooth устройств. Здесь выбор языка. Как видите, русский здесь присутствует, и я его уже выбрал. Зайдя во вкладку «Другие настройки», перед нами появляются еще три вкладки. Это первая – все приложения, которые установлены на проектор, вторая – сброс до заводских настроек, и третья – возможности разработчика. В настройках проецирования выбираем, как расположен проектор относительно экрана. Коррекция трапециевидных сейчас выставлена как автоматическая, то есть проектор сам будет выравнивать картинку независимо от угла проецирования. Но действовать такая коррекция будет только по вертикали, плюс-минус 40 градусов. Если же устройство проецирует справа или слева относительно экрана, то в таком случае необходимо воспользоваться ручной коррекцией и выровнять экран самостоятельно. Далее идет регулировка яркости, цветовая температура и скорость указателя. В этой вкладке громкость динамика, установка времени, и в последней вкладке можем увидеть информацию об устройстве, а также локальное или онлайн обновление. При помощи уже установленного приложения eShare можно воспроизводить фильмы по DLNA. Программ таких куча, я передаю файлы через Xcast. Нахожу в списке eShare 4815, выбираю фильм и смотрю на проекторе. Есть еще одно приложение, которое тоже уже находилось на борту нашего устройства. Это Wi-Fi дисплей, иначе говоря, это дублирование экрана смартфона. Для этого заходим в приложение, а в телефоне выбираем беспроводная проекция. Перед нами высвечивается название проектора. Нажимаем на него, и теперь на проекции будет отображаться все, что находится на экране смартфона. Теперь юзать интернет, лазить в YouTube и делать прочие фишки будет гораздо удобнее, нежели чем в самом проекторе. Ребят, вы только не ведитесь на то, что показывают многие обзорщики, что теперь можно рубиться во все Android игрушки на большом экране. Да, конечно, это все сделать можно. Но проблема в том, что к чему бы вы ни подсоединялись по беспроводной проекции, будь это телевизор или проектор, без разницы, всегда присутствует задержка видео. Может быть, я чего-то не знаю, но я пробовал на многих устройствах, и везде задержка присутствует. А для таких игр, как PUBG Mobile или Call of Duty или другие подобные игры, в них задержка видео даже самая незначительная просто неприемлема. Зато посмотреть какой-нибудь кинчик всегда пожалуйста. Включаем и смотрим. К сожалению, нижняя часть проекции съедается горизонтальной плоскостью. Это, конечно же, минус. И для того, чтобы экран не съедался, придется ставить либо на край стола, либо на штатив. Ну а теперь о моих ощущениях и о моем мнении о данном проекторе. При первом использовании не могу сказать, что картинка меня дико удивила, потому что это не первый мой проектор, и мне есть с чем сравнивать. Я уже лет как 8 пользуюсь стационарным проектором, у которого разрешение Full HD, и он даже не офисный, он подразделяется как домашний кинотеатр. Но с другой стороны, по сути, сравнивать их между собой будет глупо. Это совершенно разные категории. Но когда я смотрю на проекцию и на этого малыша, то в этот момент он действительно начинает удивлять. Тогда самопроизвольно начинаешь ему прощать всякие недочеты. Несмотря на такие маленькие размеры, он выдает все свои возможности на 100%. Вообще, в силу разрешения яркости светодиодов, я не рекомендую делать изображение больше 80 дюймов. Если делать картинку больше, то она становится блеклой. Хотя, судя по отзывам, многие делают картинку больше 100 дюймов. Но в таком случае смотреть контент, на мой взгляд, будет некомфортно. И в темных сценах будет плохо что-то видно.
И вообще, по сути, я считаю, что это уже отличный результат, когда ты можешь взять с собой в дорогу или на природу такую малютку и смотреть фильмы на экране до 80 дюймов под открытым небом. Перед вами маленький проектор расположен от экрана на расстоянии 210 сантиметров. При этом диагональ экрана составила 190 сантиметров. Если в дюймах, то это 75 дюймов. При этом, чтобы такой размер экрана получился у стационарного проектора, мне пришлось его отодвинуть на расстояние 265 сантиметров. А это значительно дальше. И как вы понимаете, в этом случае он даже проигрывает нашему малышу. Да, у него маленькое разрешение, как я уже говорил, 854 на 480. И это даже не HD. Но, как оказалось, абсолютно все портативные проекторы, питающиеся от 5 вольт, то есть которые можно зарядить от пауэрбанка, они все не имеют разрешения HD и выше. Поэтому те портативные проекторы, которые имеют разрешение HD или Full HD, они уже запитываются от 12 или 19 вольт. Да и по габаритам они уже не такие маленькие, как данная модель. Еще один из недостатков – это немного перенасыщенные цвета. Но, как оказалось, это проблема абсолютно всех 5-вольтовых портативных проекторов. Вот только где-то это чуть больше, а где-то чуть меньше. Видимо, приходится расплачиваться за размеры устройства. Подводя итоги, могу сказать следующее. Если вы решили брать этот проектор и использовать его чисто дома, то я бы порекомендовал вам рассмотреть стационарные проекторы с разрешением хотя бы HD. А на AliExpress есть такие стационарные проекторы за совершенно такую же цену с разрешением даже Full HD. И они отрабатывать себя в плане качества картинки будут гораздо лучше. А если вы рассматриваете этот вариант для путешествий, то есть брать именно с собой в дорогу, на природу и прочее, то тогда он однозначно станет для вас незаменимым помощником. Пока, конечно, не придумать в дальнейшем что-то еще лучшее. Вот такой вот обзорчик. Как говорится, что узнал, то рассказал. Всем до новых встреч. We'll be right back.